Усиленные отряды полиции были стянуты в город Муаран на востоке Франции, которые захлестнули массовые беспорядки. Около сотни молодых людей, вооруженных арматурой, атаковали здание мэрии, громили магазины, поджигали автомобили, а еще захватили вокзал, нарушив движение поездов. Погромы как аргумент использовали местные цыгане. Они требовали освободить двоих представителей своей диаспоры, чтобы те могли присутствовать на похоронах родственника. Он погиб, скрываясь на угнанной машине. Бунт устроили и в тюрьме, где содержится один из заключенных цыган. Арестанты отказались возвращаться в камеры после прогулки, забаррикадировали двери и стали поджигать все, что попадалось под руку. Усмирять их прибыли сотрудники спецподразделений.